И в один прекрасный день злой дракон решил выйти из своей пещеры и, наконец, покарать всех лапой своей каменной. Принцесса, зачем ты вытаскиваешь дракона? Он опять туда хочет идти. Дракон застрял, эй. Принцесса, ты рушишь всю сказку, алло. Что это за грин-монстр здесь? Чего нас здесь только нет, ребят? Вот ты, бедный, попал, дракончик. Бедняжечка ты мохнатая. Ой-ой-ой-ой-ой. А может, ты не дракон? Ты, может, ты маленький глупый серый котик? Като де лука, локо. И, конечно, а сэр мало лечит.